Инициатива депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Павла Русакова сразу же нашла отклик у администрации лицея. Урок получился интересным, насыщенным. Море вопросов на самые актуальные темы. Яркое тому свидетельство. Общая наших ветеранов, да, то есть это наш кладезь знаний, информации и, скажем так, неких ценностей народных, мы пытаемся донести до детей, да, какие-то определенные вещи, достаточно простые, но в то же время над которыми стоит думать и которые нужно разъяснять. С учениками 9 класса беседовал участник боевых действий в Афганистане, председатель комиссии по работе с ветеранами фонда «Правопорядок ЩИТ» Валерий Бодряшов. Свидетель событий начала и конца 80-х рассказывал о том, за какие ценности боролись, чем жертвовали во имя мира. Афганистан – это была граница нашего великого советского государства. Таджикистан граничил там. И даже были и до военных этих событий были нападения на наши погранотряды, попытки перевезти наркотики оттуда были. То есть обстановка была тревожная. Депутат Павел Русаков рассказал о современных угрозах и вызовах. Провел параллели между прошлым и настоящим нашего государства, играющего одну из ключевых ролей в мировой геополитике. Глубокое понимание исторических процессов через призму нынешних реалий помогает молодежи правильно ориентироваться в неспокойном 21 веке. А для этого необходимо больше читать, черпать знания, в том числе из кладезя художественной литературы. Тамара Абидова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно это вы.